Всех приветствую, сегодня понедельник, рабочий день, время 10:30. Вот бункер с мусором фотографируют из ЖЭКа, вон работяги. Вот, что они убрали там, вот, с метлой они фотографировали, все хорошо, уборка на пятерку. Вчера был выходной день на стройке, даже непривычно было. Вот, ходил только один человек, у них один или два. Вот, а с утра уже вот вон в белой каске это несется прорабскую. Вот прораб на тонких ножках несется. Вот. На выход. Видите, приехали к ним новые вон эти, типа швеллеров. Машина. Поднимают. То есть вчера они ничего не заказывали, никаких не было машин. Вот сегодня вот работа уже закипела. Видать, они устали. Гонка была, будь здоров. Ливни все эти дни. Значит, сейчас смотрите, что они делают. Значит, вот с правой стороны они арматуру на пол наложили. Вот, навязали. Сейчас им подают эти, ну, для опалубки, наверное. Направляющая. Вон, значит, теодолит там с нивелиром стоит. Рабочий около, вот за краном, перед краном. Вот тут прием идет товара. С этой стороны тоже опалубку перемещают уже выше. Я не пойму, стены, что ли, с таким большим остеклением у них будут? Это же наружные стены. Ну, наверное, большие окна, что ли, будут. Ну, посмотрим. Так, траншея вся в воде. Вот уклон большой у них тут. Вот средняя часть, самое низкое место. Сюда вся вода пришла. И смотрите, она, вот, я не знаю, сколько там, ребята, глубина. Прям по бортик. Вот здесь воды вроде я и не вижу. Короче, вот это место самое низкое. Вода вся тут. Вот у меня какая тема. Я вам потом еще подробнее расскажу. Ну, в общем, короче говоря, я заказала в Китае пылесос под видом с автоматической очисткой фильтров. А он мне подсунул с обратным продувкой, когда кнопку нажимаешь. И сегодня понедельник, вот из 9 где-то 15 он не ответил на вчерашний. Я написала, какую модель вы мне высылаете, потому что он, ну, допустим, дня два назад только выслал. Вот. Он мне написал, что согласно вот описанию, а описание было именно трек, якобы с автоочисткой, а выслал он мне без автоочистки. Короче говоря, вроде как он сказал, он заблокирует этот заказ у себя там по Китаю, он как бы этот заказ, ну, как бы заблокирует. Вот. Но было бы хорошо, потому что с ручным мне не нужен пылесос. Потому что я им написала, что я тогда на таможне не буду платить таможенный сбор. Вот. Мне не нужен ни за 40 тысяч, ни за сколько с ручной очисткой фильтра. Пригласил даже в Китай выпить на выпивку. Вот. Я говорю, давайте сперва решим мой вопрос, а потом будем с выпивкой решать у вас в Китае. Так, ребят, смотрим на крышу вот этого сооружения склада, вот этого ювелирного. Тоже там в шлепках какой-то парень, он ходил посередине. Вот. Тоже что-то вот он, ну, вышел на рабочее место. Баллоны стоят у него по всему контуру. Но утеплителей нет уже ни одного. Ладно, ребят, всем приятного дня. Еще услышимся, увидимся. Пока.